девочки, многие хотели послушать новинки, вот, которые появились у нас в магазине. Посмотрите, какой он идеальный. Я послушала 4 аромата, и вот такой мне понравился больше всех. Здесь нотки жасмина, белых цветов. Он такой легкий, весенний, цветочный, просто нежный, очень красивый аромат. Достойный подарок, достойная покупка. Он просто потрясающий. И знаете, что я вчера узнала? Это делает бренд Estée Lauder. Ну, в принципе-то, да, в ихнем же стиле все вот это красиво сделано, в виде камушка сделано. Сделана крышечка в виде вот такого камушка, даже, по-моему, какой-то вот, как бы, действительно, как будто камень, но она такая достаточно легкая. Сделана вот эта крышечка. Я только сняла крышку, я не знаю, может быть, у меня впечатления такие от вчерашнего затеста остались, но это очень вкусно, это нежно, это красиво, это так белоцветочно, это так весеннее, это просто потрясающе. Ничего особенного, вроде бы обычный флакон, но он такой красавец вот с этой шляпкой, да, шляпкой. И, конечно, к парфюму идет полный паспорт с описанием всех ароматов из этой коллекции. Это, кстати, большой плюс, то есть, если вы приобрели вот такой аромат, вам не нужно лазить на сайты, вам можно вот в этой книжечке посмотреть все ароматы, какие есть в наличии, и описание к этим ароматам. К сожалению, при транспортировке немножечко у нас помялась коробочка, но и цена-то у нас, собственно говоря, очень приятная.